Прямой эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. Комбат, добрый день, вам слово. Спасибо, Злиха. Мы рады приветствовать всех на пресс-конференции службы центральных коммуникаций. Курметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері және студиямыздың қонақтары, әкімдердің орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихаттар кезегін ары қарай жалғастырамыз. Бүгін кезек елордамыздың оңтүстік астанасына, Алматы қаласына келіп отыр. Қаланың ағымдағы жылдың әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары және елбасының жолдауының іске асырылу барысы жайында толық ақпаратпен Алматы қаласының әкімі Бауыржан Қыдырғалиұлы Байбек бөлісіп кетеді. Бауыржан Қыдырғалиұлы, ең басты қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті журналистер, брифингке қатысушылар. Еліміздің ең ірі мегаполисі Алматы қаласының елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауын іске асыру барысын баяндауға, жалпы әлеуметтік экономикалық даму үрдісімен таныстыруға арналған орталық коммуникациялар алаңындағы брифингте сіздермен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Баршаңызды тұңғыш президент күнімен, алда келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздіктің әр жылында еліміздің жасампаз істері еселеніп, бәсекеге қабілетіміз арта түссін деп тілеймін. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Алматы қаласы аса ірі қаржы экономикалық, іскерлік, сонымен қатар мәдениет пен өнердің, спорттың, руханияттың орталығы ретінде үнемі елбасы назарында. Биылғы жылы 42 айында ел мемлекет басшысы арнайы Алматы ат басын бұрып, шаһарымыздағы жаңа кәсіпорындармен, жүйелі түрде қайта жаңғыртылып жатқан қала орталығымен, Алматы бас жоспар институтының жұмысымен танысып, оң бағасын берді. Алматының болашақтағы даму бойынша кеңес өткізіп, нақты міндеттер қойды. Елбасының ұдайы қолдауының арқасында Алматыда тұрақты әлеуметтік экономикалық өсім қамтамасыз етілген. Ағымдағы жылдың 9 айында экономиканың өсу 3.5%-ке артты. Өнеркәсіптік өнім көлемі 3.8%-ке, құрылыс 5.8%, тұрғын үйді пайдалануға беру 15.5%-ке, инвестиция 18.5%-ке, оның ішінде шетелдік инвестиция 21.6%-ке артты. Қала экономикасындағы шағын және орта бизнестің үлесі 40%-ке дейін өсті. Өткен жылмен салыстырғанда бюджетке 17.7%-ке артық салық түсті. Сонымен қатар шағын және орта бизнестің жалпы салық түсімдегі үлесі 64%. Нәтижесінде соңғы көптеген жылдар ішінде жұмыстық деңгей алғаш рет 0.1%-ке азайып, 5.2%-ке төмендеді. Мемлекет басшысының нұрлы жол, нұрлы жер және 5 әлеуметтік бастама мемлекеттік бағдарламаларының аясында тұрғын үй құрылыс жұмыстары үлкен қарқынмен жүргізде. Мысалы, нұрлы жер бағдарламасының аясында биылғы жылы 4800 отбасы жаңа пәтер алады. Өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 20%-ке артты. Нұрлы жол бағдарламасының аясында 4200 жұмыс орны құрылып, 111 шақырым инженер желі жүргізді. 28 әлеуметтік тұрғын үй және 2 мектепке қосалқы ғимарат салынды. 7-20-25 бағдарламасы бойынша республика көлемінде келіп түскен өтініштердің 30%-тен астамы Алматыға тиесілі. Соның жартысы, яғни жалпы сомасы 10.9 миллиард теңге болатын 843 пәтер несиесі мақұлданды. Бұдан басқа ағымдағы жылдың аяғына дейін бағдарлама талаптарына сәйкес келетін 600-ден астам пәтер пайдалануға берілмек. Бұл бағдарламалардың барлығы ел экономикасының нығайтуға, азаматтардың әл-ауқатын арттыруға, инфрақұрылымды жақсартуға бағытталған. Нәтижесінде осы жылдың өзінде 29 мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылып, 2 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілуде. Соңғы 3 жылда 800 километр инженерлік жүйе жөнделіп, 500 шақырымға жуық жол салынды және жөндеуден өтті. Сонымен Алматы елбасының жеке қолдауының арқасында ірі мегаполис ретінде әлеуметтік экономикалық тұрғыдан қарқынды даму үстінде. Уважаемые журналисты, участники брифинга, динамичное развитие города отмечают и международные рейтинги. Так, в недавнем отчете ООН по развитию электронного правительства Алматы занял 25 место. Это большая работа в рамках
программы «Цифровой Казахстан». Транспортные проекты получили первые места на международных форумах в Любляне и Астане. Как вы знаете, правительство разработало пакет системных реформ для улучшения бизнес-климата, который мы внедрили на практике в Алматы. В результате в рейтинге Doing Business Казахстан поднялся в этом году на 28 место. Чтобы войти в тридцатку развитых стран и обеспечить рост доходов алматинцев, программа развития города опирается на цели устойчивого развития, передовые стандарты УСР и лучшие мировые практики. Уже сегодня доля государства в экономике Алматы составляет 2,4%. То есть Алматы – это устойчивая рыночная экономика с крепким средним классом, как говорит Ельбасы. В реализацию послания президента в Алматы принят общий городской план из 106 мероприятий, выделены необходимые ресурсы. Так реализуется дорожная карта бизнеса и городская программа «Жибек жолы». В работе более 1000 проектов, создано более 13 тысяч рабочих мест, выплачено 50 миллиардов налогов. Уже сегодня более 100 предприятий поддержали инициативу главы государства, подняв с ноября заработную плату на 30%. И эта работа нами продолжается. С нового года зарплата будет повышена для 25 тысяч работников бюджетной организации и более 19 тысяч частных. По поручению Ельбасы совместно с международными консультантами в начале следующего года будет подготовлен мастер-план Алматы до 2050 года. Определены перспективные направления застройки по принципу «люди к инфраструктуре». Земельные участки для строительства жилья и реализации значимых для города проектов будут предоставляться с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой. Этот принцип уже работает. К примеру, в индустриальной зоне Алатауского района реализуется 41 проект на 155 миллиардов тенге с созданием 5000 рабочих мест. Так, в этом году запущен японский завод металлоизделий компании Tokyo Rope Алматы, получивший на токийской фондовой бирже рейтинг 3А+. Открытый казахстанский германско-гонконгский завод Falcon Eurobus по сборке электроавтобусов третьего поколения с международной сертификацией, а также российский завод высокотехнологичной кабельной продукции КМК Investment. В первом полугодии следующего года совместно с китайской CNPC планируется запустить завод по производству стальных труб Asia Steel Pipe на 100 миллионов долларов. Уже сегодня на каждый тенге госинвестиций приходится 5 тенге частных. По принципу «экономика простых вещей» до конца года будут запущены проекты «Келет» по производству газовых котлов, «Интермультисервис» по картонной бумаге, а в начале года «Каст Тайгер Тайп» по производству скотча и пленки. Кроме того, правительство Мажилис внесен проект закона о передаче свободной экономической зоны парк информационных инновационных технологий в коммунальную собственность, сохранение всех льгот и преференций. СЭС может стать кластером для точного машиностроения, медицины, биотехнологии и киноиндустрии. Как вы знаете, о всех инвестиционных возможностях развития экономики города мы подробно говорили на прошлой неделе на форуме «Алматы Инвест». Это широко освещало СМИ, не буду дальше занимать ваше время. В рамках 5 институциональных реформ мы обеспечили прозрачность, открытость и подотчетность. Регулярно проводятся встречи депутатов Маслихата с населением, работает общественная приемная партия «Нур-Отан». На аккаунт Инстаграма Акимата в Инстаграме подписано почти 200 тысяч человек. Созданная Акиматом общественная приемная Open Алматы неоднократно получала, как вы знаете, международные премии. На сегодня принято более 80 тысяч обращений, 70% из них решается в течение 2-3 дней. В преддверии встречи мы, конечно же, еще раз проанализировали все волнующие горожан проблемы. Хочу ответить на топ-10 самых резонансных СМИ вопросов. Первое. По прозрачности тарифов. Как уже ранее сообщалось, городской Нур-Отан совместно с прокуратурой провел проверку. В результате монополисты начали компенсировать алматинским потребителям 4,5 миллиарда тенге. В целом за 3 года для сдерживания тарифов городом просубсидировано 6 миллиардов тенге. За счет бюджета отремонтировано более 800 километров сетей без дополнительной нагрузки на тариф. Иначе алматинцы платили бы за тепло на 35%, за канализацию в 1,6 раза, за воду в 2,5 раза больше. Дополнительно, согласно поручению президента на Совете безопасности, с 1 января следующего года будут снижены тарифы на 10% на газ, воду и канализацию, на 7% залив, на 6% на тепло. Второе. По работе КСК. В Алматы, как вы знаете, самый большой жилой фонд в Казахстане. 8 тысяч многоквартирных домов обслуживается 824 КСК. Для повышения контроля расходования средств КСК, усиления роли жильцов в формировании решений, нами приняты правила содержания жилого фонда, внесено более 30 предложений по изменению законодательства. Сегодня КСК
находятся под постоянным контролем Акимата и общественности. Так, за 3 года по обращениям граждан проведено более 700 проверок, вынесено более 400 предписаний и 230 штрафов. Например, вот только этой зимой за ненадлежащую уборку снега во дворах и с крыш оштрафованы 88 КСК на 4,3 миллиона тенге. Сметы расходов, планы работ, отчеты, заявки на текущие работы, работы в половине КСК сегодня формируются электронно. Со следующего года будут внедрены электронные протоколы общих собраний и онлайн-голосование. Таким образом, все КСК будут прозрачны и подотчетны населению. Третье. По борьбе с теневым оборотом. Как вы знаете, наш город дает госбюджет 1,7 триллионов налогов. Благодаря решительным мерам по снижению серой экономики в этом году собрано на 13,7% больше налогов. Мы начали с рекламы рынков, незаконной торговли в киосках, общественного транспорта, неформально занятого населения. В следующем году системно охватим сферу услуг, туризм, частную медицину и так далее. Большой резонанс, как вы знаете, СМИ вызывает модернизация рынков. Системно эта работа начата еще моим предшественникам. Уже модернизированы треть рынков из 57 в целом. В следующем году работы проведут еще 25 рынков. Таким образом, более 70% рынков будут модернизированы. Параллельно уже открыто 24 современных торговых центра, которые работают прозрачно, в том числе международные сети OBI и Leroy Merlin. В целом за 2 года бизнесом вложено более 240 миллиардов тенге, более 30 тысяч человек обеспечены работой в безопасных и комфортных условиях. Сегодня более половины оборота интернет-магазинов электронной торговли страны приходится на Алматы. Ежегодный рост по данным Казпочты составляет 55%. Кроме того, в Алматы обеспечивается 64% всех безналичных платежей Казахстана. Вместе с тем, кассовый аппарат установлен пока лишь только у половины торговцев на рынках. К примеру, на рынке Байсад у 87%, а на рынке Орлан всего лишь у 11% продавцов. Эту ситуацию мы будем менять кардинально. Алматы – это город легального бизнеса. Все должны работать прозрачно. Налоговая служба будет непримиримо заниматься этим вопросом, если надо, совместно с полицией. Ни для кого не секрет, что как только начинаешь наводить порядок, заинтересованные лица начинают распространять ложные слухи, оказывая сопротивление. Мы начинаем, к примеру, сносить заборы, такие разговоры. Аким продает металл, рельсы. Сносим незаконные киоски, Аким хочет поставить свои. Начинаем ремонтировать улицы, Акиму принадлежит бордюрные и плиточные заводы. Поэтому мы требуем у подрядчиков публиковать информацию, где, на каких заводах они приобретают стройматериалы. То есть это их право. Они выиграют конкурс, сами определяют подрядчика, обеспечивают нам качество, но при этом оптимизируют свои расходы. Их не так много. Все бордюры, к примеру, актируются, большая часть используется повторно. Даже старый асфальт мы применяем для засыпки временных дорог. Заборы остаются у собственников, а трамвайные рельсы и старые вагоны, как вы знаете, в прошлом году реализованы через открытые электронные торги. То же самое и по парковкам. Запустили слух, что моя семья владеет парковками. Думаю, это делают те, кому не нравится законно работать, кто хочет продолжать ловить рыбку в мутной воде. Ясно, что тем самым кто-то надеется оказать давление на Акимат, не дать проводить и без того непростую, но нужную транспортную реформу. То есть вопрос выдавливания машин из центра города – это острый вопрос непростой экологической ситуации. Сегодня 70% выбросов дает машины. То есть я как Аким из 10 мер 7 направляю на транспорт, потому что 70% выбросов идет отсюда. То есть это вопрос экологии, здоровья наших детей, родителей. Очень много заболеваний, кстати, есть аллергических. И эту реформу мы будем продолжать. Теперь по рынку Мизам. Нарушение санитарных норм и без разрешительных документов, там установили контейнеры, как в трудные 90-е. Ну, наверное, надо пояснить, что такое контейнеры. По сути, это металлическая тара для перевозки грузов. Владельцы рынка хотят загнать туда людей, чтобы продавцы по 12 часов в сутки в жару и холод работали в этих контейнерах, подрывая здоровье. Вот буквально на прошлой неделе горел рынок. Все началось с контейнеров. Там небезопасно. Поэтому мы жестко подняли эту проблему до того, как туда завели продавцов. Иначе потом это превратится в социальную проблему. То есть, когда начинаешь заставлять рынок работать легально, они вперед толкают продавцов,
конечно, говорят, вот хотят забрать вашу работу, поэтому мы уже сегодня этот вопрос, пока люди туда не зашли, начали системно поднимать. Иначе завтра это будет вызывать социальное недовольство. Как вы знаете, управление строительного контроля потребовало снести только незаконную часть рынка, вернуть землю государству. А общественный совет города предложил на этом месте построить школу для детей района, тем более там есть огромная потребность, а земли у нас не хватает. То есть вот мы планируем построить 8 школ, на 5 из них нужно выкупать земли. Выкуп, это понятно, нужно по всем процедурам идти, судиться, и люди не всегда, они как бы довольны ценами. То есть есть вот свободная земля, если рынок не будет соблюдать законные требования, мы заберем эту землю государству и построим там школу. Тем более рядом вокруг много рынков, и я думаю, дети этих продавцов должны получить шанс, получить образование и уйти с этих рынков, а стать врачами, учителями и еще кем-то, скажем так, с хорошей профессией. Хочу еще раз сказать, никаких личных интересов у меня и у КАМАТа нет. Все легко проверяется, информация есть в открытых источниках. Как бы трудно ни было, мы будем продолжать эту работу в интересах города и государства для снижения теневой экономики и социальной защиты простых алматинцев. Как сказал Елбасы, город должен становиться комфортным, и все должны стремиться к международным стандартам. Четвертое. По реконструкции города. Как вы знаете, у Алматы есть огромный потенциал стать популярной туристской дестинацией. В радиусе всего 3 часов полета проживает порядка 600 миллионов человек. Уже сегодня каждый второй иностранный турист страны посещает наш город. Поэтому мы проводим системную работу по продвижению города, создаем новые центры притяжения, проводим более 50 мероприятий международного уровня. Улучшение архитектурного облика является, конечно же, ключевой частью этой работы. Как в Японии говорят, Гинза – это витрина Японии, так и Панфилова – это витрина Алматы. Уже проведена реконструкция 60% исторического центра. Видны конкретные результаты. К примеру, на улице Панфилова посещаемость заведений увеличилась на 40%, торговый оборот в 1,5 раза. При этом зачастую в социальных сетях критикуют, что работа по благоустройству проводится только в центре. Это не так. К примеру, в Алатауском районе отремонтирован парк качелей, обустроены спортивные детские зоны. В целом, только в Алатауский район за 10 лет вложено более 400 миллиардов тенге. В Наурызбайске более 30 миллиардов тенге. В Турксийском и Жицуйском районах привокзальные площади отремонтированы. Проведена реконструкция центрального парка, парка Айнабулак. Установлены современные рампы для подростков, площадки для детей. И это только небольшая часть нашей работы. В следующем году в каждом районе реконструируем еще по одной наиболее популярной улице, расширим тротуары и установим современную уличную мебель. То есть мы это будем обсуждать с населением. И вот такие улицы в каждом районе появится своя Панфилова. К примеру, в Турсийском районе реконструируем скверы Шугла и детский парк у аэропортовского озера. Также во всех районах благоустроим еще 600 дворов и охват доведем до 50% города. Если нет возможности повести ребенка на спорт, то спорт сам придет к вашим детям. Это наш девиз. Поэтому во дворах устанавливаются современные детские и спортивные площадки. Так, в районах, где пока слабо развита спортивная инфраструктура, реализуется проект «Спорт Алматы», «Спорт в моем дворе», «Батлбол» с охватом 400 тысяч человек. В городе будет проведена полная модернизация уличного энергосберегающего освещения. Уже заменено 30% светильников на светодиодные. На новых улицах освещаются уже не только дороги, но и тротуары. То есть у нас, как правило, свет направлен только на проезжую часть, а на тротуарах темно. И сегодня все улицы, они освещены одинаково. В ближайшие 5 лет по проекту ГЧП заменим оставшиеся 70% светильников, внедрив автоматизированную систему управления. 5. По улучшению экологии. С проблемами смога, как вы знаете, сталкиваются все мегаполисы мира. Алматы не исключение. В решении этого вопроса мы опираемся на лучшие мировые практики. Ежегодно обновляется зеленый фонд, проводится реконструкция рек и водоемов. По итальянской технологии нами недавно запущен мусоросортировочный комплекс, который покрывает весь объем городских бытовых отходов. 8% мусора оно перерабатывается, используется заново. Однако все мы знаем, что около 70%, как я уже говорил, выбросов в окружающую среду происходит от транспорта. Сегодня в городе более 500 тысяч автомобилей, ежедневно въезжает из пригорода еще 250 тысяч. То есть суммарно 750 тысяч
автомобилей ежедневно. Поэтому проведение комплексной транспортной реформы – это жизненная необходимость. За последние 10 лет построено более 30 транспортных развязок. Недавно введена еще одна. Создано малое транспортное кольцо. Начато строительство большой Алматинской кольцевой дороги. Бакав сделает Алматы узлом в транспортном коридоре Западная Европа, Западный Китай и разгрузит город почти на 40 тысяч автомобилей в сутки. Это огромная помощь в улучшении экологии. При этом алматинцам нужен качественный общественный транспорт, и мы его обеспечим. Как я уже говорил, мы не изобретаем велосипед, мы внедряем мировые практики. Так в этом году запущена первая в Казахстане скоростная автобусная линия БРТ. Было много критики, но гораздо больше тех, кто поддержал проект. Почему? В часы пик по Тимирязеву на общественном транспорте можно добраться в 3 раза быстрее, чем на автомобиле. В 3 раза быстрее на автобусе. Если средняя скорость автомобиля 7 километров, то на автобусе, если вы поедете, 21 километр в час. То есть, если ехать 1,5 часа, из них полчаса вы сэкономите. Кроме того, стоимость строительства БРТ в 20 раз ниже, чем метро. Это экономия огромных средств. Это еще без выкупа земель. Для связи с пригородами организовано 44 маршрута с ежемесячным пассажиропотоком более 3 миллионов человек. Продолжается строительство 2 станций метро. Для снижения интервала движения город заказал 8 новых составов. Это увеличит пассажиропоток в 2 раза. Сегодня метро пользуется огромной популярностью алматинцев гостей. А так мы увеличим только за счет 2 станций в 2 раза до 86 тысяч человек в день. То есть это электрический вид транспорта. По государственно-частному партнерству совместно с Европейским банком реконструкции и развития завершается первый этап конкурса по проекту легкорельсового трамвая ЛРТ протяженностью 23 километра. Это от Зеленого базара до Алматы-арены. ЛРТ – это новая страница в истории алматинского трамвая, но трамвая, который уже соответствует международным стандартам. Не сходит с рельсов, не останавливается, не шумит, не пылит. То есть это современный, красивый транспорт, как в лучших мегаполисах мира. После строительства ежедневно на новом трамвае будут ездить порядка 100 тысяч пассажиров. Это по экспертным подсчетам иностранных консультантов. На первый этап конкурса заявки подали 9 крупных международных консорциумов из Японии, Франции, Китая, Турции, России и других стран, в том числе Альстом, Марубени, Иточу и другие. То есть конкурс соответствует всем самым высоким международным стандартам. На первом этапе будут рассмотрены документы, на втором этапе будет цена. То есть будет определяться лучшая цена и лучшее качество. Я уже неоднократно говорил, что наша первоочередная задача – обновление автобусного парка. Внедрение субсидирования сделает это возможным. В ближайшее время доля обновленного парка составит уже 86%, а экологического метро, троллейбусов и автобусов на газе – 47%. Предусмотрен контроль качества. То есть мы требуем, мы выделяем огромные деньги и требуем, конечно, чтобы было качество. За нарушение – штрафы. Так, за 10 месяцев за несоблюдение регулярности выходов у перевозчиков удержано почти 400 миллионов тенге субсидий. Как результат, регулярность на этих маршрутах увеличилась до 94%. То есть мы стараемся работать рыночными методами. Когда перевозчик знает, у него удержат деньги, соответственно, он улучшает качество. Я думаю, это правильная рыночная система транспорта. По другим ключевым источникам загрязнения – ТЭЦ-2. Это 11% всех выбросов. На совещании по развитию Алматы в прошлом году Елбасы поручил перевести станцию на газ. Это важно, но очень сложный и дорогой проект. Самрук Энерго, владеющий ТЭЦ-2, уже разработал предварительное технико-экономическое обоснование. Сейчас правительство рассматривает варианты по оптимизации этого дорогого проекта, в частности, по замене очистного оборудования и строительству парогазотурбинных установок. Следующий источник загрязнения – это частный сектор. До конца года нами будет обеспечена 100% подводка газовых магистралей. Мы проводим мониторинг, оказываем содействие населению по подключению, удешевляем для ветеранов войны, к примеру, бесплатно. Так, в этом году уже подключили более 5000 частных домов, что значительно снизило объем вредных выбросов. То есть, если частные дома перейдут все на газ, конечно же, будет меньше смога. И это непростой вопрос, там есть люки в законодательстве, которые мы тоже сейчас стараемся решать. 6. По перегруженности школ. В Алматы 3-сменных и аварийных школ нет. Вместе с тем, 75% школ сегодня перегружено, особенно в Алатауском, Ауэзовском, Медеусском и Турксибском районах. В некоторых школах, особенно в начальных классах, обучается до 40 детей.
Это стало результатом того, что за последние 3 года количество школьников выросло почти на 40 тысяч. То есть это дети не те, которые пошли в первый класс, а 3-й, 4-й, 5-й, 7-й. С ростом привлекательности Алматы все больше людей из регионов переезжают в город и, соответственно, ведут детей в школу. И это повышает нагрузку на социальную инфраструктуру, в том числе на школы. Эта проблема совместно с правительством системно решается. Со следующего года в школах внедряется механизм, как вы знаете, подушевого финансирования. Уже сегодня в Алматы госзаказ получают более 70% детских садов, 60% колледжей и 90% вузов. За счет этого открыто 494 частных дошкольных учреждений для более 16 тысяч детей. Это без строительства и капитальных затрат из бюджета. Сегодня образование – это выгодный социальный бизнес. Спрос в разы превышает предложение, то есть есть спрос. При государственной поддержке совместно с бизнесом решить проблему с дефицитом школ, мы считаем, станет намного проще. Кроме того, в рамках послания за счет бюджетных средств до 2022 года, как я уже говорил, будет построено 8 крупных школ. Из них 6 в Алатауском районе, остальные в Ауызовском и Наурызбайском. В целом качество образования в школе Алматы повышается за счет 100% обеспечения самыми современными технологиями – интернетом, Wi-Fi, мультимедийным контентом, видеокамерами, оборудованием, 100% кабинеты физики, математики, химии, биологии. Как результат, по НТ Алматы 7-й год подряд занимает 1-е место в стране. То есть это всегда вопрос волнует родителей, а поступит ли мой ребенок в ВУЗ. Для этого и учатся люди, и я считаю, это очень хороший показатель. 7-е. По качеству медицинских услуг. По этому вопросу в соцсетях и СМИ много нареканий от населения. Хотя здравоохранение Алматы, оно очень привлекательное. Многие приезжают из-за рубежа, многие с регионов приезжают лечиться в Алматы. Но проблем очень много все равно. Причина в них, как показывает анализ, в качестве менеджмента межучреждений. То есть, простым языком говоря, руководители, главврачи, неэффективное управление. Поэтому нами разработана дорожная карта по развитию системы здравоохранения. Будут приняты кардинальные меры по обеспечению прозрачности и повышению качества услуг. Уже 3 года, в принципе, медучреждения, образование, они публикуют свои отчеты, но мы идем дальше. Так, в наблюдательный совет и медорганизации будут включены представители независимых НПО, экспертной среды, медиасообщества, а также активные и известные блогеры. Главных врачей и заместителей в новом составе наблюдательных советов не будет. Кроме того, планируется организовать работу служб внутреннего аудита подотчетных, опять же, только наблюдательным советом. То есть это будет независимый наблюдательный совет, будет профессиональный аудит, который будет анализировать и давать предложение совету, чтобы он смог профессионально, объективно оценить работу руководителя. Заведующие отделением будут работать в формате open space в открытых и прозрачных кабинетах на первых этажах организации, чтобы общественность могла контролировать их работу. И мы должны это все перестроить. Внедрение цифровизации также будет способствовать повышению качества услуг. Сегодня все государственные больницы и поликлиники обеспечены интернетом, компьютерами, информсистемами и современной медтехникой. Это позволило сократить время обслуживания пациентов на 20%, ожидание очереди на 30%, в 1,5 раза ускорить вызов врача на дом. По поручению президента зарплата участковых врачей, внедривших новые подходы, с 1 января будет повышена на 20%. По Алматы это более 1000 врачей и почти 2500 медсестер. 8. По социальной поддержке горожан. Следующий год объявлен Елбасы годом молодежи. Алматы – это город молодых, 45% населения моложе 35 лет. Каждый 3-й студент страны учится в нашем городе. И многие после окончания вуза остаются здесь жить. В этой связи в городе высокая конкуренция, а молодежная безработица одна из самых высоких – 6,4%. Поэтому уже с прошлого года мы реализуем дорожную карту поддержки и трудоустройства молодежи. До 2020 года планируется строительство 40 студенческих общежитий на 21 тысячу мест. Земельные участки акиматом уже выделены. Открыт депо Evolution Park, который, кстати, мы обсуждали с населением, и 3 коворкинг-центра, где работают 20 молодежных организаций. В следующем году планируется строить 2-ю очереди. Как вы знаете, 12% алматинцев – это пожилые люди. Поэтому мы первыми в стране запустили программу «Активное долголетие». Сотни пенсионеров бесплатно посещают социальные центры, бесплатно бассейны, фитнес-залы и курсы компьютерной грамотности. Мы рады, что Гражданский альянс недавно инициировал внедрение этой программы в других регионах страны.
Необходимая инфраструктура создается и для людей с особыми потребностями. Проведена паспортизация 3000 социальных транспортных объектов. 80% из них мы уже адаптировали. Социально уязвимые горожане получают скидки в общественном транспорте. В этом году льготы предоставлены также многодетным матерям и участникам декабрьских событий. 9. По безопасности. Как вы знаете, департамент полиции напрямую подотчет Министерству внутренних дел. Задача Акимата – это материально-техническое обеспечение работы полиции. В этой связи за 3 года городом выделено из местного бюджета более 30 миллиардов тенге, то есть год более 10 миллиардов. Для качественной работы полиции оснащенность доведена до 87%. Это самый высокий показатель по стране. То есть полицейскому нужны элементарно машины, на которые он сможет догнать преступников, если надо, оборудование, цифровизация, инструменты, с которыми он работает. То есть за счет этого мы хотим улучшить работу полиции. И это обязанность Акимата. Полиция также обеспечена цифровыми инструментами, в том числе для оформления электронных протоколов. Только в этом году с помощью камер раскрыто 1222 уголовных преступления. Это в 50 раз больше прошлого года. Проводится системная чистка рядов полиции. Только за последние 3 года по отрицательным мотивам уволены 170 недобросовестных полицейских. То есть Акимат это требует от ДВД города, чтобы те жалобы поступают, коррупционные проявления, чтобы эти полицейские не работали в полиции. Городом при поддержке общественности оптимизируется работа полиции по сервисным принципам. Так, количество операторов службы 102 увеличено в 2,5 раза, а их зарплата в 3 раза. Во всех районах за счет местного бюджета будут открыты прозрачные фронт-офисы. Время оформления заявлений сократится в 3 раза. Из местного бюджета мы соответствующие деньги выделили, где-то работа уже началась. Сегодня большие нарекания поступают и в адрес спецзона. Опять же, у нас 500 тысяч зарегистрированных автомобилистов, как вы уже слышали. Почти 9 тысяч услуг в этом году оказаны с нарушением сроков. Как показал наш анализ, 90% из них по причине сбоев информсистем правительства для граждан и МВД. Кроме того, отмечается высокая перегруженность, поэтому сегодня в городе Алматы открываются еще 3 филиала спецзона в Жетысуйском, Алатауском и Наурызбайском районах. То есть людям будет удобно, не надо ехать в одно место, а в 3 разных района мы разобьем. И я надеюсь, это значительно улучшит ситуацию с оказанием услуг для автомобилистов. Не секрет, Алматы занимает первое место в стране по ДТП, дорожно-транспортным происшествиям, в том числе с летальным исходом. Смертность на дорогах – это, как вы знаете, зачастую результат нарушения скоростного режима самими водителями. Здесь назрели кардинальные меры. Поэтому в прошлом году введено одностороннее движение, ограничена скорость до 40 км в час на центральных улицах. Как мы видим, к примеру, по Курмангазы количество ДТП сократилось на 41%, а на Шевченко в 4 раза. Поэтому с учетом обоснованных требований экспертов и общественности, скорость на Аль-Фараби, Сайна и Восточной объездной дороге будет ограничена до 6 км в час. То есть до этого было 80. Для контроля будут установлены камеры без слепых зон на 142 умных постах. Снижение скорости всего на 20 км в час позволит спасти десятки жизней. И это международный опыт. И 10. Предупреждение чрезвычайной ситуации. Городом выявлено 67 участков с риском подтопления. На 80% из них угрозы устранены полностью. Так, за 3 года построено реконструировано почти 300 километров арочной сети. К сравнению, в течение 6 предыдущих лет было сделано только 100 километров. Для защиты от селей и паводков реконструированы плотина Мыңжылқы и 26 километров русел рек, опорожнены 9 морёных озер. К 2020 году будут установлены умные датчики на опасных участках, обеспечен цифровой мониторинг целевой безопасности. В целом я рассказал о том, как мы решаем и будем решать наиболее острые проблемы города. Наша задача сделать Алматы комфортным, безопасным и процветающим городом, обеспечить динамичное движение к стандартам ведущей тридцатки. Хурметты журналистер. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының іске асыру аясында жалпы сомасы 97,7 миллиард теңгеден астам қаржыға 265 жоба мен іс-шара қарастырылған. Оның 90% кәсіпкерлер мен демеушілердің қаражатына іске асырылды. Туған жер жобасы шеңберінде бизнес өкілдері әлеуметтік нысандардың құрылысы мен ауқымды жобаларға белсене қатысуда.
Жыл басынан бері 18 миллиард теңгеге 93 жоба іске асты. Еліміздің және бүкіл түркі әлемінің тарихи мәдени мұрасын насихаттау мақсатында Ұлы дала көшпенділер әлемі халықаралық этнофестивалі өтті. Түркі тілдес елдердің қатысуымен Ұлы дала елі халықаралық этнофестивалі ұйымдастырылды. Елбасының Ұлы даланың жеті қыры бағдарламаның мақаласын жүзеге асыру аясында этноленд, этномәдени кешенін және Боралдай сақ қорғандар аумағында сақ мәдениет орталығының қала орталығында ежелгі сақ қорғаны музей ашып, етіп ашу жоспарланған. Уақытында Райымбек Батыр кесенесінің қалпына келтіру жұмыстары жүргізген болатын. Сондай-ақ кесене аумағын абаттандыруды, мемориалды музей кешенін құру арқылы киелі орынды қайта жаңғырту бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Бұл нысандардың қай ғасысы болмасын, еліміздің сонау сақ дәуірінен тамыр тартқан терең тарихын шетелдік туристерге паш ететін ауқымды жобалар. Құрметті әріптестер, еліміздің алып шаһары, мың бойлы Алматы қаласының даму көрсеткіштері, негізгі жетістіктері мен алдағы жоспарларымыз міне осындай. Қаланың әлеуметтік экономикалық көрсеткіштері мен тұрғындардың әл-ауқаты тұрақты артып келеді. Елбасының биылғы қазақстандықтардың әл-ауқатын өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты жолдауының ондағы міндеттерінің тиімді іске асырылуы қаламыздың әлеуметтік экономикалық әлеуетін арттыра түспек. Бұл бағыттағы жұмыстар өзінің жалғасын таба беретін болады. Баршаңызды келе жатқан еліміздің ұлық мерекесі тәуелсіздік күнімен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Назарларыңызға рахмет. Бауыржан Кадыргалиұлы, біз де сізге алғысымызды білдіреміз. Что ж, Бауыржан Кадыргалиевич, мы благодарим вас за выступление. Вы сами рассказали о самых главных проблемах и о самых обсуждаемых проблемах в вашем городе. Позвольте мне сразу же начать серию вопросов и ответов с вопроса из социальных сетей. Мы все знаем, что строительство горнолыжного курорта Кокжайлау вызвало неоднозначную реакцию у определенных жителей города. Что вы можете сказать, на каком этапе сейчас проект, как его будущее? Пожалуйста. Вы знаете, проект Кокжайлау изначально разрабатывался более 5 лет назад. Были привлечены иностранные консультанты, в частности, французская компания ДНШ, ассоциация Пекин. Были общественные слушания. Значит, проект прошел экспертизу, были начаты работы. В 2015 году, значит, мы приостановили этот проект с учетом того, что была очень сильная критика общественности, и мы потратили 3 года для того, чтобы с учетом замечаний, мнений общественности пересмотреть, оптимизировать проект. В частности, вы знаете, в десятки раз сокращена площадь вырубки, площадь строительства, и еще раз посмотрели на глушку, на экологию. Ну, было 4, например, искусственных озера, составило 1. 4 раза количество канаток сократили. По-моему, 17 раз сократили площадь вырубаемых деревьев. Вот сегодня проект прошел, так как Казахстан является членом Архузской конвенции. Вот многие страны региона, вы знаете, Кыргызстан, Узбекистан, Грузия, Азербайджан уже строят полным ходом курорты. Но так как они не являются членами Архузской конвенции, мы, значит, вы знаете, недавно провели общественные слушания. То есть цель общественных слушаний – посмотреть только лишь нагрузку, конкретно на экологическую нагрузку, на нашу экосреду. То есть экономические вопросы, они все отдельно. Значит, по просьбе, скажем так, оппонентов проекта Кокжайлау, значит, было поставлено время выходные дни. В самом центре гостиницы «Казахстан» были слушания. Были очень жаркие дискуссии, и что хорошо, действительно прозвучали конструктивные предложения, в том числе было много и популизма, к сожалению, но были хорошие, ценные замечания, поэтому был принят по итогам, вы знаете, это все транслировалось по интернету, очень много было и в СМИ показано, и все это сопровождалось. По-моему, документ, если не ошибаюсь, 239 листов, протокол, все туда было включено, заактировано. Значит, специалисты начали изучать этот документ, и с учетом мнения общественности, замечаний, данный проект, вот эти замечания будут учитываться. Компания «Геодата» – это казахстанский партнер, значит, французской компании, сейчас проект дорабатывает. Но для того, чтобы исключить риски, вот предыдущий проект большой был, для того, чтобы исключить риски, мы дополнительно наняли компанию «АЛФ». Это австрийская компания, которая мониторит, как бы, предыдущие данные. Но это, я думаю, нонсенс, когда одна международная компания
контролирует другую, но мы вынуждены это сделать для того, чтобы получить два авторитетных мнения. В целом, что касается курортов, то есть здесь есть определенное заблуждение, которое пытаются нам навязывать, что экологический курорт – это вредно. Еще раз хочу сказать, это не химический завод. Если бы курорты были вредны, мы знаем, во Франции 200 горнолыжных курортов, но Франция входит в топ страны с самой лучшей экологией. В Австрии 50 курортов. То есть они генерят огромные потоки средств. Например, доказано и научно подтверждено экономически, что горный туризм приносит 7 раз больше доходов, чем пляжный. Но пляжный несет нагрузку большую на воду, на прочее. Горнолыжный курорт – это одномоментное строительство, а потом люди катаются на чистом снеге. То есть никакой экологической нагрузки нет. В целом хочу сказать, вот если проанализировать объективно, то площадь застройки от Илья Латаусского парка, по-моему, всего 0,5%. А территория, вот, скажем, Кокжаляу, площадь застройки самой на вот, проекте Кокжаляу 0,2%. 0,2%. То есть все, кто будет приезжать, они будут жить в городе, в гостиницах, приезжать туда, кататься и уезжать обратно. То есть это экологически чистый проект, поэтому в свое время приглашались иностранные консультанты, которые знают, как это строить, применяются современные технологии. Еще раз хочу сказать, что мы полностью прозрачно подотчетны. Мы совместно с алматинцами сегодня думаем о том, как наших граждан занять рабочие места. Я еще раз хочу повториться. Сегодня 52% всей электронной торговли Казахстана приходит на Алматы. Ежегодно, по данным Казпочты, электронная торговля растет на 55%. То есть люди, которые работают на 57 рынках, завтра могут остаться без работы. Люди не будут туда ходить. Куда этих людей трудоустроить? Самая быстро растущая отрасль в мире, и где можно быстро создать рабочие места, это только туризм. То есть у нас сегодня в доле экономики 30% торговля. Мы при поддержке международных консультантов, это компания «Хач», они прямо изучали этот вопрос, мы должны сократить долю торговли до 5% и эти 5% заместить туризмом. Каждый турист, по некоторым оценкам, тратит от 50 до 140, $149 в сутки. А значит, туристы, которые катаются на лыжах, тратят еще больше. То есть каждый турист, который приехал в город, он должен поесть, купить сувениры, остановиться в гостинице, воспользоваться нашими услугами, посетить музеи, театры, кафе, сходить, самое главное, в магазины. Алматы – это город торговли. 400 международных брендов от масс-маркета до люкс у нас есть. То есть это китайские, корейские, азиатские туристы очень много денег тратят на покупки. То есть такие туристы, они нужны городу, потому что они будут создавать рабочие места. Поэтому еще раз хочу сказать, этот проект мы будем делать только с общественностью. Он будет проходить государственную экспертизу. Экспертиза тоже даст свои замечания. Еще раз будет вопрос обсуждаться экологии. Будет, это было предварительное обсуждение воздействия на экологию. Будет еще дополнительное обсуждение. И я думаю, будет принято правильное решение и в интересах экономики. То есть мы должны создавать рабочие места, обеспечивать рост. В интересах экологии и в интересах простых наших людей, в интересах граждан. И я думаю, что опыт международный, еще раз хочу сказать, в Европе самое большое количество таких курортов, и это очень экологически чистые страны. Я думаю, Алматы здесь не исключение. Спасибо большое за содержательный ответ. Уважаемые коллеги, пожалуйста, мы переходим к вопросам. Если у вас есть вопросы, прошу. Добрый день, Лаура Монтаева, Казинформ. Вот, мы знаем, что в Алматы очень много ветхих домов. Хотелось бы узнать, как властями города будут решаться данный вопрос. Спасибо. Да, действительно, это очень важный вопрос. О нем сказал и глава государства. У нас в городе самый большой жилищно-коммунальный сектор и где-то 1000 ветхих домов. Но вы знаете, Алматы – это город 9-10-бальной системе. Мы 100% объектов паспортизировали, более половины мы, в общем, сейсмоусиляем, занимаемся. И ветхие дома здесь тоже, конечно же, в зоне риска. И это маленькие квартиры, которые не соответствуют требованиям. То есть горожане, в принципе, кто живет в ветхих домах, хотят, чтобы эти дома снесли и дали качественное жилье. Но очень часто я общаюсь с населением, жильцами, то есть многие не хотят переезжать в другой район. И вот ветхие дома чем хорошо? Значит, город выделяет участок, частный застройщик приходит, застройщик ставит
этажное здание, потом переселяют, как правило, ветхие дома, это двухэтажное строение на 16 квартир, они переезжают в новые дома, скажем так, трехкомнатная квартира на трехкомнатную квартиру. Но в новых домах это более улучшенная планировка, то есть они не доплачивают до дополнительные метры. И поэтому и остаются в своем же районе. Там, вот, где жили, там же и остаются. Я думаю, это очень хорошая программа. Поэтому совместно с социально-предпринимательской корпорацией мы создали предприятие капитального строительства, которое занимается выкупом земель. То есть основная проблема как? Что 15 жильцов согласились на сумму выкупа, один не соглашается. И вот это годами все это тянется. Но сейчас мы очень плотно, и акимы районов участвуют. Многие, кстати, боятся, когда приходит частник выкупать, они боятся отдавать квартиру, не доверяют. Когда мы говорим, что это социально-предпринимательская компания, она гарантирует от государства, что вы получите квартиру, на период строительства могут люди переселяться в арендованную квартиру, то есть нет никакого дискомфорта, потом вы переезжаете в квартиру. И этот процесс пошел. Мы планируем в течение 5 лет половину этих домов, 500 домов, значит, уже поменять, снести, построить новые. Но еще раз хочу сказать, с квадратных метров жилья на 1000 домов будет в 7 раз больше. Видите, то это совсем другое. То есть построится дом, частично заедут жильцы ветхих домов, остальные квартиры будут продаваться с рынка, и деньги, которые компания заработает, они револьверно опять будут крутиться. Тем самым мы хотим улучшить облик города, создать комфортные условия для наших горожан и обеспечить безопасность в целом, с учетом возможности сейсмической активности. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, есть еще вопросы? Адильхан Иремесов. Мы знаем, что Алма-Ата занимает центральное место в программе духовного возрождения. Вот вы начали в конце говорить, хотелось бы, чтобы вы более подробно рассказали, какие работы будут проделываться, что будет предприниматься в следующий год, если можно более подробно. Спасибо. Вы знаете, мы 2 года назад при поддержке ЮНЕСКО, глава государства, по-моему, в 2015 году выступал на Генеральной ассамблее ЮНЕСКО, 167 стран тогда единогласно проголосовали за включение тысячелетия города Алматы в список международных мероприятий. Мы ездили в Париж, давали очень хороший концерт. Кстати, тогда Димаш Кудайбергенов, еще начинающий молодой певец, поразил французскую публику, я помню. Вот, и мы давали концерт, международные мероприятия проводили. Что касается вот Рухани Жангру, я уже сказал, что практически 98 миллиардов средств планируется направить на эти цели. Из них 90% с привлечением частных средств, то есть не государственные. В этом году где-то 18 миллиардов проекты мы уже сделали по Рухани Жангру. И, конечно же, Рухани Жангру – это программа и Елбасының на Улудаланың жеткары, махаласында айтылған мәселер, ол турист саласына байланысты. То есть это все связано и с туризмом. То есть люди приезжают в Алматы, понятно, они удивляются, видят, какой комфортный город с огромными возможностями. В 20 минутах езды курорт, я не знаю, любые кухни мира, шикарные гостиницы, от хостелов до 5-звездочных гостиниц. Но в первую очередь к нам приезжают для того, чтобы увидеть нашу древнюю культуру. И, конечно же, вы знаете, у нас Боралдайские сахские курганы, 6-2 век до нашей эры. Это уникальный памятник. Вообще, в целом, надо сказать, что вокруг Алматы 4 объекта входят в наследие ЮНЕСКО. В прошлом году ЮНЕСКО назвала Алматы городом музыки, городом творчества. Поэтому сегодня мы 4 крупных проекта драйвера по туризму делаем, которые, мы считаем, миллионы туристов смогут привести. Первое – это Боралдайские сахские курганы. Мы уже заканчиваем разработку проектно-сметной документации, и там будет очень красивый музей на многоэтажный, в котором можно будет гулять и полностью посмотреть сахскую культуру. Это будет Всемирный центр сахской культуры. Второе – это Этноленд на территории Казахфильма. Ну, земля Казахфильма – это городская земля. Мы часть земли, которая не использовалась сегодня. Вы знаете, вот раньше, где был Казахфильм, это была большая, это было тихое, уютное место. А сегодня рядом проходит проспект Аль-Фараби. То есть практически уровень звука такой высокий, что невозможно снимать фильмы, надо заново звук переснимать. Мы часть земли взяли и сейчас делаем проектно-сметную документацию для проекта «Этноленд». Что такое «Этноленд»? Это значит, можно прийти на целый день туда и, например, полностью увидеть быт кочевников.
То есть одеть вооружение, попробовать кумыс, попробовать саму сделать каза, пострелять из лука, посмотреть, как жили кочевники, саки, гуны. Это такое как бы поселение искусственное, в котором можно снимать и кино, в котором будет кафе, наверное, рестораны, полностью досуг. И турист может в самом центре города, не уезжая никуда, целый день провести и полностью понять нашу историю и культуру, чем мы жили, чем мы дышали. Третий большой проект – это на Розбакиево, чуть ниже Аль-Фараби, напротив мегацентра, сохранился уникальный сакский курган древний. Он в собственности Халык-банка, раньше от Каскоми был. Сейчас мы уже предварительно договорились с банком. Банк нам безвозмездно передает эту землю. И мы хотим по лучшему опыту Южной Кореи и Японии сделать музификацию этого кургана. То есть, наверное, не в каждой культуре вот такие курганы строили для своих элиты, скажем так. И вот этот объект, он будет уникальным и очень интересным. Ну и, конечно же, Райымбек Батыров, вы знаете, уникальный объект. Уже сегодня, по некоторым данным, более 500 тысяч человек ежегодно посещают, значит, этот комплекс. Поэтому мы хотим сделать его музификацию, улучшить условия, качество, сделать его современным. И я думаю, что эти четыре объекта позволят нам в полной мере раскрыть историю Алматы, помочь. Ну и, конечно же, вы знаете, кафедральный собор в Алматы – это уникальное здание, без единого гвоздя построено. Мы на следующий год планируем вокруг парк 28 панфиловцев сделать брусчатку, рядом построить фонтан, расширить площадь. Это один из объектов, в который вошел 5 сакральных объектов Алматы. И очень много туристов, кстати, приезжает к мемориалу 28 панфиловцев. Мы там сделали освещение, рядом стоит музей Хласа. И вот сегодня идет реконструкция собора, и мы нашли в том числе спонсоров, прихожане сами занимаются. И я думаю, этот Покровский собор, когда откроет свои двери, это будет, опять же, уникальное событие для города Алматы. И вот эти объекты, я думаю, позволят раскрыть историю нашего города, улучшить, значит, контент для туристов. Вот зачастую спрашивают, приедешь на 3, 5, 7 дней, что можно посмотреть? То есть, например, Боралдайский сакский курган, надо выезжать. Наверное, целый день уйдет только на посещение Боралдайских сакских курганов. Например, Этноленд, может быть, полдня займет. Вот эти все объекты посетить – это 2-3 дня. И горнолыжный курорт, я надеюсь, Кокжаляу, Медео у нас есть, Чимбулак есть. У нас есть Ахбулак, у нас есть Табаган, у нас есть Лесная сказка. То есть мы целую большую агломерацию, кстати, делаем, не только Кокжаляу. Это большая Тургень, Каскелен. Все эти направления они есть, и все мы будем по чуть-чуть заниматься. Это инвестиционный потенциал в 1 миллиард долларов, в том числе частных инвестиций. Спасибо. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Казахстанская правда, Александр Власова. Вопрос по переименованию улиц очень часто вызывает неоднозначную реакцию со стороны населения. Поэтому хотелось бы узнать, сколько в Алматы переименовано улиц и как люди воспринимают эти изменения. Спасибо. Вы знаете, за последние 5 лет территория города Алматы увеличилась 2 раза. Сегодня это 700 квадратных километров. С Алматинской областью нам 2 района присоединены были. Сегодня в городе, если не ошибаюсь, 3000 улиц. Из них где-то 250 улиц, по-моему, имеют повторяющие названия, 200 улиц вообще не имеют названий. То есть у нас есть, например, 13 улиц Абая, 12 улиц Джамбыла, даже район Алгабас 5 раз повторяется. Вы представляете, вот вы живете, вызываете скорую помощь, там, полицию, что-то нужно, гости, они не могут найти просто. Это абсолютно неудобно, абсолютно. Соответственно, нам очень много поступает жалоб. Особенно с учетом, насколько я знаю, в следующие годы планируется перепись населения. Мы сейчас планомерно эту работу ведем. И у нас осталось к переименованию всего 180 улиц, которые мы сейчас планируем. Но хочу сказать, что, как поручил глава государства, в основном улицы – это географические названия. То есть не даются имена людей, но есть и люди, которые, я думаю, абсолютно, и все алматинцы, не только алматинцы, и казахстанцы поддерживают эти, пару имен, это, например, Сагадат Нурмагомбетов или Бигельдинов, которого мы, к сожалению, потеряли вот буквально недавно. Конечно же, это Бельгер. Это очень многие известные люди. Батырхан Шукенов, например, присвоили улицу. То есть это абсолютно люди, во-первых, которые имеют масштаб национальный. Во-вторых, это люди, которые непосредственно работали в городе Алматы.
И, конечно же, ономастическая комиссия, там есть свои законные требования, она рассматривает предложения только, которые идут от самих горожан, общественной организации, союза писателей, союза журналистов. Там, ну, это смотрится у нас, комиссия, эксперты, это направляется в министерство. То есть это очень сложная процедура, но я считаю, мы работу эту должны довести, и она поддержана. Самый главный вопрос, какой был раньше, что когда меняют улицу, потом надо, хочешь продать свою, например, квартиру, а там нужно и менять документы. Сегодня все это делается автоматически. Это основная была жалоба. То есть ты меняет, у тебя номер поменялся, улица, ты хочешь продать, надо идти в ЦОН, опять ходить там неделями. Сейчас все делается очень быстро, и я думаю, мы на это обращаем внимание, чтобы было удобно, комфортно, быстро, и от переименованной улицы наши горожане страдали. Я думаю, что этот вопрос мы доведем до конца, и вот такой путаницы мы как бы больше у нас не будет, мы исключим. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, Тенгри Ньюс. Добрый день, корреспондент Тенгри Ньюс Бутагу Сайджанова. Прокомментируйте, пожалуйста, инцидент вот недавно, да, катание девушки на БАО. Очень возмутил, кто-то поддержал, некоторые написали даже в международных СМИ. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли берут воду, как потом говорили, что это питьевая вода? Что вы думаете по этому вопросу? Спасибо. Ну, я так же, как и все граждане Казахстана, увидел это в соцсетях. Мы на самом деле очень сильно мониторим, смотрим. Почему я сказал про наблюдательные советы? Не просто какие-то НПО, а независимые НПО. И не просто блогеры, которые этой проблемой интересуются, и которые ее поднимают, и мы знаем. То есть те люди, которым есть доверие. В данном случае с БАО я тоже увидел это. Насколько я знаю, полиция... соответственно, по-моему, административное правонарушение ставят. Действительно, это шикарно, очень красивое место. И это озеро, действительно, с него берется вода. Но вы не думайте, что там так сразу берется. Есть очистные сооружения и прочее. Но кататься на этом озере запрещено. Вот поэтому, насколько я знаю, буквально несколько дней назад читал, по-моему, девушка, она спортсменка, по-моему, да, профессиональная, каталась, и она извинилась. То есть поняла, что это было неправильно. Но незнание не освобождает от соблюдения законов. Соответственно, полиция, ну, должна реагировать, тем более поступили жалобы. Я думаю, такие инциденты не повторятся. Ну, оно, вода не ступала, это лед замерзший, то есть красиво. Но я думаю, это неправильно.